Сейчас кормушки заняты. Две кормушки. Бельчонку места нет. Я кинул ему орешек там. Пару орешков кинул. Не знаю, найдет он. И там еще сзади лежит, да, один орешек. Нет, говорит, не найду я. А кормушки заняты. В пластиковый сидит бельчонок, а с деревянной злая белка сейчас убежала как раз. Я, говорит, зла. Вот, вылез. Нашел. Вот. Злодей какой, а? Нашел орешек, молодец. Не бегай же ему голодным. Там, кстати, рядом с ним еще один орешек лежит. Если ему одного орешка мало будет. Тут кинул орешек еще. Где эта птичка-то? Вон она, птичка. Самка зяблика. Кинул ей орешек тоже. Она уже там, не знаю, минут 10, наверное, его клюет. Она такая голодная была, просто жуть. Я кинул первый орешек, вот который он сейчас подобрал, кинул для бельчонка, а метнулся за ним зяблик вот этот. Пришлось кидать зяблику отдельно, орешек. Вот он сейчас где-то с орехом вторым сидит рядом. Хвост шикарный, хвост у бельчонка шикарный. Да ладно. Не снял я. Давай, фокус, давай. Короче, сейчас... Зяблик ел орешек, а на него напала мышь вот эта. Вот эта мышь напала на зяблика, вон они. И они стали выяснять, чей орешек. А я это не снял, ну надо же, как же так-то? На зяблика, на птичку, мышка напала. Это что такое вообще? По-моему, мышка нашла этот орешек и сделала ноги, приделала ноги ему. Зяблик. А там где-то еще один орешек лежал. Вот здесь вот где-то он лежал, не знаю. Такая битва была между зябликом и мышкой, а я это не снял. Ну надо же, как же так-то, а? Бельчонок злодей хвостом сидит. Кто ж так делает-то? Куда-то тут раньше были зяблики-мальчики все. Сейчас куда-то все пропали они. Куда-то убежали. Нету. Как птенцов выкормили. Все зяблики разбежались куда-то.
Это огурчик ест. Ну ладно, мышка там бегает. Мышка бегает. Ну там где-то она. Злодейская мыша. Зяблик в камеру влез, надо же, кадр. А на заднем плане там мыша вон, злобная. Мыша отняла у зяблика, честно, сворованный орешек. Это что такое вообще? Мыша там бегает на заднем плане. Ну ладно. Тут, кстати, я накидал еще немного грецких орехов чищенных, мелких. Если мыша найдет, там прямо здесь, вот, чтобы поснимать ее, как она. А мыша там все бегает, да, все ищет. Может, где чего осталось, а зяблик не улетает никуда. Может, он думает, ему еще орешек кинут. Ну-ка, зяблик, может, тебе орешек кинуть? Он там подбирает крошки за белкой. Ну-ка, зяблик, давай. Нашел, я, говорит, нашел. Он бежал. В идеале бы мышь это увидела и прибежала, и отняла бы у него орех этот. А зяблик не прост. Надо же, он что, спрятал, что ли, орешек? Кормушки пустые сейчас. Я имею в виду, бельчонок сидел в кормушке, он убежал. Почему этот? А, нашел второй орешек, бельчонок. И, по-моему, куда-то убежал с ним. Ну ладно. Мыша не вижу я. Ну все. Это девочка зяблика. Клюет орешек. Все.